Весь мир с нетерпением ждет бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Свадьба пройдет уже завтра. Церемония начнется в часовне Святого Георгия в полдень по лондонскому времени. После молодожены поедут на романтическую прогулку. Безопасность на улицах города будут обеспечивать сотни полицейских, снайперов и агентов под прикрытием. По предварительным оценкам, по-своему отмечать долгожданную свадьбу будут миллионы англичан и туристов, приехавших в Англию заранее. Это веселый и хороший опыт. Люди покупают билеты на самолет, а затем спят на улице в течение 3 или 4 ночей. Вы знаете, людям моего возраста куда проще в гостиницах. Для гостей Лондона предприниматели приготовили многочисленные сувениры, открытки, предметы интерьера и даже специальные блюда и напитки с силуэтами Генри и Меган. Почта Великобритании выпустила новые марки с миниатюрными изображениями принца и его невесты. Народные гуляния продолжатся почти всю ночь. Ресторанам и барам разрешили продлить время работы накануне и в день королевской свадьбы. А сами новобрачные после романтической прогулки по городу отправятся на торжество в резиденцию британских монархов – Виндзорский замок. Вместе с молодоженами туда приедут 600 гостей, среди которых будет Элтон Джон, Дэвид и Виктория Бекхэм, Джордж и Амаль Клуни. От подарков пара отказалась. Вместо этого принц Гарри и Меган Маркл призвали всех делать пожертвования в благотворительные фонды.